А можно могут перевод? Добрый день. У меня два вопроса ко всем, наверное, спикерам, но на один из них я, конечно же, попрошу ответить представителя Минздрава. Первый такой, дилетантско-потребительский. Когда меня в поликлинике перестанут спрашивать, чем я болел в детстве и какие прививки я перенес? И второе, когда мы увидим причинно-следственную связь между съеденным и заболеванием? Вы знаете, я не понаслышке, у меня матушка еще 10 лет до пенсии, когда она еще работала, да, медицинским работником, она начала вколачивать в базу данных информации с личных карточек и амбулаторных бюллетеней своих пациентов. Матушка 10 лет назад начала уже вносить в электронном виде систему, то бишь работала в той медорганизации, где есть информационная система. Ну и что вы знаете, я в детстве родилась в академгородке в Новосибирске, меня папа брал показывать первую там, в истории в Советском Союзе машину, то есть вот, там такие были огромные самые диски, мы называли это «мама машина», и значит я играла с перфокартами и думала, что это просто предел вообще цифровизации. Но есть некоторые подходы, да, ну, то есть те системы, которые были 10 лет назад, они как бы еще не рассматривались как часть цифрового контура. Сегодня именно делается это, исходя из такой, ну, из этой архитектуры уже общей, что будет преемственность оказания медицинской помощи, что у человека от рождения до его ухода будет учитываться информация. Более того, эту информацию мы будем агрегировать, накапливать, будут большие данные, мы будем обучать машину, мы будем анализировать, какие алгоритмы лечения действенны, какие нет, из этого делать науку, из этого делать таргетные лекарственные препараты. И, в общем, главное остаться вот с... Не уверена, что вам... Я думаю, вы получили ответ на свой вопрос. Вот, на самом деле все прекрасно понимают. Вот есть просто инерция вот, системы, и она ну, просто со временем будет отработана. Вот, значит, никаких сомнений нету. И вообще, конечно, то, что происходит с нами последние 20-30 лет, что я начал, собственно, тем хотел завершить. Вот, мы очень серьезно поменялись все. Вот наши потребительские